Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. Посмотрим игрушку. В общем, что-то переводится как здесь нет цвета, типа того. Блин, пока выглядит неплохо. Так, новая игра. Путешественник, облегченный режим игры. Обычный режим игры, никаких поблажек. Я даже не знаю. Давайте на путешественники попробуем. А, ну там в любом случае можно поменять во время игры. Ой, как все пиксельно. Ой, как беременная, что ли, женщина. Когда враг атакует, у него над головой появляется маркер, который предупреждает о начавшейся атаке. Попробуйте несколько раз прервать атаку оппонента своей атакой. И для атаки совершите. А как ходить? А. Победите всех солдат. Для ворота от вражеских атак используйте спейс. Вау, у вас что-то слишком много. Ух ты, что сейчас было? Вокруг всех интерактивных объектов летают голубые бабочки. Для взаимодействия подойдите к такому объекту и нажмите F. А где бабочки-то? Не вижу. Сынок, это ты? Я не вижу, подойди ближе. Нельзя, люди говорят, что невозможно бежать вечно. Они пришли, когда все спали. Наверное, кто-то узнал, рассказал корпусу солнца. Никто не выжил, они резали всех без разбора. Так, в смысле, твой сын выжил, не? У меня мало времени, сынок. Послушай, они забрали ее вместе с твоим ребенком. Отправляйся на центральную станцию. Они хотят отдать твоего ребенка Дуане. Останови это, меня уже не спасти. А в смысле, никто не выжил, если выжила как минимум его жена с ребенком, не родившимся, и он сам. Немножко не поняла эту логику. Ладно. Для пропуска диалога. Ага. Да, это уже раньше надо было. Да. Я думаю, хоть кто-то из них будет защищаться. Да, брось все, лучше, чем тухнуть в казарме. Еще бы. А умную штуку офицер придумал, а? Запрятать маячок в бочку с воском. Правда, я до сих пор не понимаю, как он работает. Магия Дуани, так церковники сказали. Ну, а нам больше знать не нужно. Магия? А, ну... А это, ну, незаконно, видите, ересь. Если от Дуани, это закон, а это все остальное. Грязные под запретом. Понятно. То есть, это нормально, да? Магия запрещена, но если это церковь, то как бы все аномально. Да, нормально, нормально. Да, она тут же разрешена. Не знаю, зачем ломаю, может, мы что-то найдем. Ой, сундук большой. Не знаю, туда мы идем. Вокруг всех интерактивных объектов летают голубые бабочки. Если вокруг объекта летают красные бабочки, это означает, что вы находитесь в сражении, и взаимодействие с этим невозможно. Ага. Понятно. Да хорош, вы задолбали меня. Подожди, а тут что еще? А, ничего.
А, типа, хивочка что-нибудь будет? Да нет, сегодня. Так, ну выглядит пока неплохо, но... Ни хрена непонятно. А, есть какая-то длань. Они украли. Так. Атакуя врагов, герой накапливает яр для использования способности. Нажмите правую кнопку мыши. При нанесении урона способностью накапливается шкала осколки лечения. Если при заполнении заполненной шкале нанести урон способностью, то из врага выпадет осколок лечения, разрушив который герой получит одну единицу жизни. Я же нажала. А, вот враги, я понимаю. Что-то пока мне только дают 6 деля. Я что-то ни хера не понимаю, я что-то использую магию, а что? А вот какой-то осколок, да? Ага. Ты еще кто такой? Вообще ни хера не понятно. Так, что, куда нам идти вниз? А? Ты что сейчас было? Это была злость. Дверь. Ни хера не видно. Я думаю, может, все же стоило прикончить этого парня. Не было времени. В любом случае, когда он начнется, мы уже будем далеко отсюда. А если он решит проследить за нами? Тогда туннель закончит нашу работу. Этот слабак ни за что не дойдет живым до станции. Я уже тут. Я уже дошла. Трупы сидят, скелеты. Тут дальше ничего нет. Столько всего, а она вообще не нужна. Сейчас как кто-нибудь выскочит на меня. Мальцы мои отправились сегодня к дальнему углу. Весь лагерь разрушен, представляешь? Длань великая, никого в живых не осталось. Ни одной живой души. Даже стариков не пощадили. Странно это. Эта территория недалеко от центральной станции. Все туннельный сброд туда не заходит. Неужели он на орден вернулся? Знать бы, кто это вообще все такие... Ну вот о чем я говорю, все рвутся к центральной станции, но отец не каждого пускает внутрь. Но все хотят лучшей жизни, поэтому облепили подходы настолько, что людям приходится ютиться в коридорах. Все готово, люди мертвы. Прекрасно, а мать с отпрыском? Под контролем корпуса. Отличная работа, дитя. Необходимо тотчас доставить их на центральную станцию, если мы хотим успеть начало ритуала. И проверьте, чтобы в поселении не осталось живой души. Добейте раненых. А, они не слышат, да, что я тут хожу? Это все на сегодня? А ты чего тут делаешь? Тут не место гражданское, это вообще-то закрытая территория. Парень, проваливается, не мешай нам работать. Так, нас туда не пускают. Да чтоб тебя... Чего? У него какие-то иногда бывает.
проблески неадекватности. Пока ничего не могу сказать по игре, ну реально, что к чему, кто такие какие-то корпусы, лунные ордены. Я только поняла, что его ребенок нужен для того, чтобы какой-то ритуал провести. Так, центральный этот. Братья и сестры, проходите храм, и сегодня мы отдаем дань нашему защитнику. В этот день мы отдаем избранных отпрысков человеческих, дабы длань забрала их наверх. Наверху эти дети будут помогать ей в борьбе с хищными чудовищами, что так и стремятся прорваться внутрь, в наш мир. Отдать свой чадо на защиту человечества — великая честь. Проходите, служба скоро начнется. А как бы нашего сына-то против нашей воли забрали? Или там дочь кто у нас, не знаю. Сегодня дочь моей сестры тоже отправится к Дуане. Такая большая честь. А, ну понятно, это религиозные люди. Конечно, давать своего ребенка Дуане кому-то может показаться жестоким. В конце концов, это ведь твой ребенок. Ты вынашиваешь, выражаешь, но ведь это на благо всех. Наши дети помогают Дуане защищать нас от монстров с поверхности. Когда они уже откроют ворота? Надеюсь, я не те же все шел сюда с самого Нимбуса. Проходите, занимайте места в храме и спешите обратить свои молитвы к защитнику рода человеческого. Кстати, это не факт, что это его ребенок. У него ведь жена еще была беременна, она еще не родила. Опять этот чел пришел. Он на чуного доктора похож. Что, блин, происходит? Че произошло? Мы себе какую-то новую прическу там на голову одели, не знаю, или голову новую одели. Меч, еще что-то, какие-то татуировки, знаки. Год спустя. Это год спустя. Все, тогда нормально. Знаешь, это были хорошие люди. Убийцы, насильники, мародеры. Ты забрал их у нас так рано. Они еще стольких могли покалечить. Ты просто разбиваешь мне сердце. Ладно, соберись сами, Эдди. Сегодня важный день. В общем, блондинчик, надеюсь, за год обучения сумел сделать из себя беспощадную машину геноцида. Потому что именно такие навыки тебе понадобятся. Сегодня день ритуала. Все фанатики Дуани снова соберутся в храме. Ты бы это поспешил на центральную станцию, пока они не начали без тебя? Я не собираюсь терпеть тебя еще один год. Чего? Ты кто? Что это такое? А чё нам даже не сказали, что это? Ой, ты кто такой? Оп, не так быстро. Думал просто проскользнуть через старину Фанфурье. Ты, конечно, стал сильнее за год, но мечом махать это еще не все. Это опасный мир, и господин Самеди не хочет тратить свое время, постоянно воскрешая тебя. Поэтому тебе нужно научиться лечить себя с помощью этих растений, иначе дальше я тебя не пропущу, приказ господина. Так. Аптечки полностью восстанавливают здоровье героя, но могут быть использованы только один раз. Для использования аптечки нажмите R. В режиме путешественник вам доступна бонусная аптечка, которая восстанавливается на точках сохранения. Ага. Понятно. R. Все. Понятно, что ничего не понятно. Так, нам тебе нужно в храм, да? Ой. Так, а вы куда собрались? Думаете, вы можете просто так пройти? Не хватало еще, чтобы какой-нибудь еретик попал на станцию, как в прошлом году. Разворачивайтесь, вам на ритуале нет места.
Ты чё? Центральная станция. Эй, пс, блондинчик, я тут, в бабочке. Вот мы и вернулись в этот дом умалишенных. Моя бы воля сравняла бы это место с землей. Ну или заразил бы всех кровожадным бешенством. Так, что-то я замечтался. План помнишь? Заходишь в храм, ждешь, пока спустится длань, пробираешься на заутель и вылезаешь наверх. Находишь там своего ребенка, и все, дело сделано. Давай, не подведи меня. Так, наш ребенок жив. Для разговора с NPC подойдите и нажмите F. Для ответа в диалогах используйте курсор мыши, навигационной стрелки на клавиатуре или кнопки на геймпаде. Ага. Эй, что это у тебя? Хотел пробраться на центральный сан с холодным оружием? Нет. Что больше я тебя тут не видел? Ну, допустим, да. Хотя ладно, проходи. Надеюсь, мы не опоздали. Проверка на подходах к станции заняла больше времени, чем мы думали. Какой-то псих начал кричать после того, как ему отказали в проходе. Страже пришлось увезти его куда-то. Не знаю, что с ним стало. Наверное, просто отправили домой. Мой брат в корпусе рассказал, что отец крайне беспокоен безопасностью в этом году. В туннеле по всем направлениям выставили блокпосты стражи, которые проверяют всех, кто приходит посмотреть на ритуал. Меня что-то без проблем пропустили. Надеюсь, корпус усилил охрану в этот раз. Не хватало, чтобы опять какой-то сумасшедший попытался сорвать ритуал. Эй, пс, лезь сюда. За ширму, Двань сейчас появится. Так, атака врагов, которые помечены желтым маркером, нельзя сбить обычными атаками. Против таких атак используйте способности оружия. А для использования способности заполните шкалу ярости, нанеся урон врагам, нажмите... Ой, бляшки! Ни хрена! Все, нет. Ёперный театр. Я так понимаю, это только пролог был, да? Что это? Ворота на поверхность? Все это время они были на станции? Почему церковь никогда об этом не говорила? Я никогда раньше не слышал об этих воротах. Почему церковь молчала? Я должен рассказать всем об этом. Люди должны знать, что они живут рядом с вратами в мир на поверхность. Как я могу спать, зная, что монстры снаружи могут в любой момент пробраться сюда? Что ты видео говори? Ты видео того, кто пробрался в храм. Простите, господин, в храме было очень людно и темно, я не сумел разглядеть... А я сумел разглядеть лишь силуэт. Я говорю, правда, я не видел больше ничего. Ладно, тебе никакой пользы. Давай, проваливайся, иди домой, не мешай нам работать. Во имя Длани, сохраняйте спокойствие. Расходитесь по домам, да хранит вас Длань. Это что такое, а? Сегодня храм закрыт для посещения. Храни тебя, Длань. За столько лет, столько живу на центральной станции, никогда такого не видела. Не могу понять, кто ты то ушел, как обычно, затем раздался грохот. Что там случилось? Что это было? Ты смог разглядеть? И куда мне идти-то? Да ёшки. О, Двань, всемилостиво, что случилось? Дайте выйти.
Сегодня храм закрыт для посещения. Люди, расходитесь по домам во имя Двани. Не мешайте стражам корпуса проводить расследование. Пошли вы. Да выпустите меня отсюда. Куда мне идти? Я не вижу бабочек, я ничего не понимаю. Вот только вот эта штука. Кто-нибудь видит бабочек? Я нет. А, вот выход. Ой! Господи, я же испугался. Весь план провалился. У Двани еще остались мозги, этого я не предугадал. Похоже, даже года обучения оказалось недостаточно. Теперь этого тварь точно вниз не сунется, это плохо. Когда запаха жадина, Двань закрылась особым замком, который будет не так-то просто открыть. Это событие не прошло незамеченным. Я выяснил, что 4 ключа разнесло по разным концам подземки. Это те части тебя, которые вытащила Двань. Она поместила их внутрь крайне опасных тварей, которые вряд ли отдадут их просто так. Послушай сюда, блондинчик, новый план. Ты возвращаешься обратно в подземку и ищешь 4 хранителя этих ключей. Кромсаешь их на куски, как же без этого. Возвращаешь то, что вытянула Двань, затем откроем ворота и выбираемся наверх. А теперь вперед, просто залезь в пасть к червю, ничего сложного. Да, не переживай насчет стражи, я поработала над их крошечными мозгами, так что тебя никто не остановит, можешь залезать куда хочешь. Ну все, меньшинство больше дела, лети, моя пташка. А какая-нибудь прокачка, что-нибудь есть, нет? В рот к червю, блин. Спасибо. Ну, здравствуй, червь. Центральная станция. Ай! А, подождите. Каждое доступное оружие имеет свой набор навыков для изучения. Если иконка умения закрашена серым цветом, это означает, что его можно выучить. Если иконка умения закрыта, это значит, что нельзя. Здесь отображается нужное количество эссенции смерти для изучения навыка. Здесь тоже сколько у вас есть. Для получения эссенции смерти вам нужно убивать врагов или находить специальные сосуды, которые разбросаны по миру. У некоторых способностей есть демонстрационное видео. Для быстрого перемещения по миру используйте соответствующей вкладкой. Ага. На этом все, удачи. Спасибо. Так, значит, мы можем еще... Ой. Значит, мы можем еще и... А вот и твой дом, милый дом. Я обустраивал свои... Я обустраивал своими заботливыми руками. Ну как, я загипнотизировал парочку простаков со станции, но я самолично давал приказы. А если тебе что-то не нравится, то можешь жить на улице. Почему никто не ценит моих усилий, ведь такой хороший? В общем, это теперь твой дом. Через эту комнату ты можешь вернуться... на центральную станцию из почти любой точки подземки. Обживайся, если тебя что-то не устраивает, то мне все равно. Ха-ха-ха. Количество смертей растяпа. 0. Этот идиот даже ни разу не умер. Я разочарован. Так, нам, получается, отсюда нужно сюда. А, ага. Это что такое? А ты как переместиться? Да подожди. Пока ничего, что ли, нету? Очень непонятно ничего. Наверное, пока мы, да, никуда не можем переместиться. Вам открылся доступ к инвентарю. Жмите I. Это карта? Я тут. Мы можем пойти сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, везде, да, можем пойти. Так, там типа закрыто. Инвентарь, а что у меня? Ничего тут нету. Не толпиться. Так, ладно, куда мы пойдем? Давайте еще раз карту глянем.
Теперь тут просто пойдем налево. Мы вообще драться будем сегодня, нет? Так, ну понятно, меня не могут найти. А есть карта что-нибудь, нет? Пачки. Нашел в туннеле несколько пачек бинтов, обменяю на восковой паёк. А, какие-то задания, да? Обменяю старый чайник на платье без дырок. Спрашивай в хижине рядом с восковым деревом. Собираюсь отправиться на дальнюю станцию во фронтир. Если хотите составить компанию, заглядывайте ко мне. Хижина к югу от колодца. А, колодец? А? Чего? Что-то какая-то шкала репутации или что? Новый нимбус. Опачки, а там что-то наверху есть? Как мне вот штуку эту взять? Как-то наверх залезть? Ага. Ага, как тут пройти? Не знаю, что там за штука такая, но ее определенно нужно взять. Что это? Страница бестиария. Сенкова это коснется. Если к вам в руки попал этот текст, значит вы, как и я, ведомы жажды знания, ведомы. Я знаю, вам не терпится узнать, какие тайны скрывает этот текст, но ради моей собственной безопасности мне пишу скрыть его содержание. Отыщите меня вместе, что называют новым восходом. Превратности судьбы заточили меня там. Поможете мне, я открою для вас дорогу безграничной что-то там. Куда идти? Что делать? Это что такое? Разбивая сосуды смерти и убивая врагов, вы получаете эссенции смерти. Эссенции нужны для изучения навыков точки сохранения. Ага. Иду непонятно куда. Так, тут что у нас? А, ну это как мемориальная доска, да? Я вообще, короче, запутываюсь, куда мне идти, что делать.
Ладно, идем куда-то. Путь скорби. Ты ведь понимаешь, что ты соврал твоей матери? Ее ребенок никогда не вернется домой из этих туннелей. Наверняка его внутренность уже давно украшает стены. Но я же этого не специально. Так. Что у нас? Что? Я пойму, это мне нужно постоянно умирать, чтобы прокачиваться, что ли, или что? А вот, теперь все, вот, можно. Перемещаться. Опа. Ой, кто-то умер. Что, там что? Столько ходов? Ничего, еще совершенно ничего. Хоть бы какая-нибудь мини-карта, что ли, была. Чтобы вообще понимать, куда ты идешь, что ты делаешь. Тут я круг сделал или что? Что-то хрена не пойму. Кажется ли, я правда по кругу хожу? Все так однообразно, все эти похожи. Еще один листок. А это что такое? Землетрясение, попытки создать. Ага. Мы что за записка пришли? Кто-то из этих трупов может вставать. Это я уже поняла. Только как понять, что они встанут? Ах ты ж, ёб твою мать, нифига ударил. Вот как вот он встал? Вот они встают или что? Мне какой-то ни хрена непонятно. Встанешь, гад? Какая скотина из вас тут встанет сейчас? Куда-то иду. Так, подождите, это два или это новое что-то? О, у меня вот одно есть, а надо два тут минимум. А нет, это я другое открыла.
Вот тут вообще темно просто до безобразия. Ну, конечно. Да, ульту. Пляшки! Тихо. Охренеть, вот это битва. Я даже не знал, что у меня есть эта аптечка. Где там? Еще сейчас кто-нибудь встанет. Что это такое? Какая-то карта, как ее понять? Только читать тут прям капец. Так, ладно. Там этот какой-нибудь квест даст, что? Где же она? К нам пожаловал гость, люди сюда не часто захаживают. Ты точно не из Нимбуса, я вижу это по глазам. Судьба привела сюда не зря. Мне и моим людям очень нужна помощь. Каждый из здесь присутствующих потерял кого-то внутри саркофага. Это запретная территория, я знаю, церковь не одобряет такое, но мы не можем оставить своих близких, мы верим, что они все еще живы. Мы хотим отправиться к саркофагу и вызволить их на свободу. Прошу, только не рассказывай об этом страже. Они выставят нас еретиками, хотя мы всего лишь хотим снова увидеть своих любимых. Так. Но к саркофагу ведет только одна безопасная дорога. Корпус Солнца проложил ее во время войны. Этот тайный путь невозможно найти без карты, но как видишь, тут все перевернуто вверх дном. Нам не помешало бы лишняя пара рук, иначе мы тут проводимся до конца времен. Остатки записи довольно хаотичны, честно не гласит, что карта должна быть здесь. Другая, что карту спрятали в большом зале дальше по тоннелю. Думаю, тебе стоит начать поиски там, а мы продолжим поиски тут. К тому же из этого зала доносятся странные шорохи. Нам дали задание. Задание. А тут сохраняшечка, да? Так, у нас теперь два. А, каждый удар Атепа... каждый омен по противнику или разрушающему окружению приносит больше ярости. Первая желтая атаки врагов, герой получает два заряда, сколько лечения, я даже не знаю. Больше ярости. Фиг его знает. Пока тут вообще непонятно, как что прокачивать. Что лучше качать. Нам сюда, что ли, надо? То опять темнотища. Вот куда идти? Листок. Нет, так там неплохая игра, но правда что-то хера не пойдет с этими дланями, лунными орденами, блин. Кто чё кого, зачем и как должен прийти? Вот убить. Оу, там кто-то у меня это кидается. Алло, как сюда зайти? Оу, ни хрена себе.
Что-то я не подумала. Хилочка. А, это вот это, да, хилки обозначаются или нет? Вау! Блин, сейчас просто так ульту. Да чтоб тебя, ну! Бочки эти взрываются просто как ГД. Да блин! Я ударила бы возле этой бочки. Откуда я пришла? Так, отсюда, да? Записки, записки. Ой, что-то подобрала. Военный нож. А что с ним делать? Для чего он нужен? Так, а тут я... А вот дорогой проход, да? Да? Ох, что это такое? Что это за дверь? О-о-о-о-о-о! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это все очень весело, ну-ка. Запрыгивай быстрее! Да ёшки, сколько вас тут? Что это? Какую-то штуку подобрала непонятную. Хоть бы писали, что это, для чего это? Кому это нужно? Опа. Ой, меня за что? Там какая-то дверь появилась. Вот что это за дверь? Может сходить посмотреть? Вот что это такое? Вот для чего она появилась? Я ничего не могу с ней сделать. Потому что она появилась, как только я сюда зашла. Куда я иду, блин? Какую-то кучу хрени. Какой-нибудь босс, да? Стальной лес. Вот что это за... Это что, их нужно находить, чтобы потом себя прокачивать или что? Ни хера не объясняю, для чего мы штучки эти собираем. Сиди, гадай сам, короче.
Воу-воу-воу. Собак, что ли, оживляет, возрождает, точнее. Ладно, сейчас там чуть дальше еще пройдем, будем заканчивать. Что-то вообще ни хрена непонятно. Выглядит вроде неплохо, но что-то как-то. Че к чему, зачем и как? А я иду. Ай-яй-яй. Вот опять эта дверь открылась. Ты чего? Ваша, да? Нет. Ой, ладно, давайте тогда. Тут закончу. Блин, вроде неплохая игра, но реально чуть нихера не понятно, что тут делать. Боевка, ну такая, грубо говоря, однокликная. А так вроде неплохо. Так что давайте на этом закончим. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылочки есть в описании под видео. С вами была Катя, канал JJ Family. Всем пока.